Соединенные Штаты продолжают сотрясать скандалы о сексуальных домогательствах. На этот раз оправдываться вынужден претендующий на место в Сенате республиканец Рой Мур. Он заявил, что обвинения в домогательствах в отношении несовершеннолетней девушки всего лишь попытка остановить его предвыборную кампанию. Политик заявил, что является верным мужем своей жены, а до того, как женился, никогда не вступал в какие-либо отношения с девушками, не получив согласия их родителей. Я никогда не покупал алкогольных напитков несовершеннолетним, никогда не вел себя неподобающим образом в сексуальном плане. Все эти обвинения появились за 4 недели до выборов. Интересно, почему именно сейчас? Ранее жительница Алабамы Ли Корфман заявила, что Мур приставал к ней, когда ему было 32 года, а ей 14 лет. Скандал стал поводом для уличных акций как противников, так и сторонников республиканца. Можно подозревать в чем угодно, но у нас нет права утверждать. Пока вина не доказана, человек невиновен. Это закон Америки, берущий начало из библейских законов. Я молюсь о том, чтобы народ Алабамы выбрал в Сенат того, кто достоин этой должности. Ранее Рой Мур выиграл партийные праймериз в Алабаме. Выборы в Сенат здесь должны состояться 12 декабря.